Всем привет, с вами Савинишка. В этом видео я покажу вам, как создать и опубликовать одежду в Роблоксе, как бесплатно, так и платно, без особых заморочек. Но давайте не будем медлить и сразу перейдем к самому видео. Всем приятного просмотра, погнали! А перед началом видео я хочу разыграть 200 робуксов. 4 человека, каждый получит по 50 робуксов. Что нужно сделать для участия? Первое – подписаться на мой канал. Второе – поставить лайк. Третье – написать в комментарии свой ник. И четвертое – вступить в мой телеграм-канал, ссылка на который будет в описании. Для того, чтобы наверняка выиграть, ты можешь посоветовать этот ролик своим друзьям, чтобы они тоже могли поучаствовать в розыгрыше. Итак, начнем с того, как создать одежду для того, чтобы в будущем ее опубликовать. Прежде всего, нужно решить, какую именно одежду вы хотите создать. Если это, допустим, майка, тогда вам достаточно найти или нарисовать картинку на ваш вкус. А если это штаны или кофта, то сейчас расскажу, что нужно делать. Итак, для начала вам нужен шаблон, который вы можете скачать в моем телеграм-канале. Ссылка на него будет в описании. Далее вы можете сделать абсолютно любой дизайн одежды на ваш выбор в любом приложении для рисования. Либо же вы можете скачать приложение MakerBlocks, которое доступно на всех платформах. В этом приложении вы можете воспользоваться уже готовым дизайном и добавить стикеры по желанию. Есть также вторая версия этого приложения, в которой вы можете взять уже полностью готовую одежду и загрузить ее. Однако в некоторых случаях за кражу одежды вас могут забанить. Еще для дизайна вы можете брать картинки из интернета. Главное, чтобы на них не было запрещенного контента. Итак, теперь я расскажу, как опубликовать одежду, которую вы сделали. Для начала вы заходите на сайт roblox.com. Если вы зашли с компьютера, тогда вам делать ничего не нужно. А если с телефона или планшета, тогда вам нужно включить компьютерную версию сайта. Как это сделать? Нажимаете на букву «А». И написано «Запросить настольный веб-сайт». Вы на это нажимаете. И ждете загрузки. Если вы с Android, значит, вам нужно нажать на три точки, которые находятся в правом верхнем углу. И дальше точно так же нажать на компьютерную версию. Итак, после того, как у нас все загрузилось, нажимаем кнопочку Create. И снова ждем загрузки. У нас открывается вот такая менюшка. Листаем немножечко вниз. И видим вкладки Shorts, T-shirts и Pants. Это кофта, майка и штаны. Чтобы загрузить кофту и штаны, вам нужно заплатить 10 робуксов. Майку вы можете загрузить абсолютно бесплатно, поэтому я нажимаю на майку для того, чтобы показать вам. Но вы можете нажимать на Shorts или Pants, потому что там технология одна и та же. Итак, вот у нас загрузилась наша страница, нажимаем на «Выбрать файл», «Медиатека», и теперь мы выбираем файл, который мы хотим поставить на нашу майку, то есть дизайн нашей майки, другими словами. Например, я хочу поставить вот эту картинку. Нажимаю «Использовать», и теперь пишу название. Я название писать не буду, а вы пишите то, которое вы хотите. Нажимаем зеленую надпись «Upload». Все, написано, что у нас загрузилась наша майка, и, в принципе, все. Теперь вы можете с уверенностью ее одевать и носить абсолютно бесплатно. Если же вы хотите продавать ее другим игрокам, тогда вам придется заплатить 10 робуксов за то, чтобы это сделать. Ну а на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если это видео вам помогло. Пишите комментарии. Всем пока!